выступление в крупнейшем на планете комплексном международном танцевальном проекте. 13-я Всемирная танцевальная олимпиада стала для воспитанниц Сочинской федерации эстетической и воздушной гимнастики богатой на трофеи. 12 медалей из Москвы забрали девочки от 5 до 14 лет. В этом году мы привезли 18 детей. Всего было 23 программы, потому что ездили еще взрослые девочки. Мы предпочтение отдали именно любителям, которые только начали заниматься, буквально 3-4 месяца. И они смогли завоевать серебряные медали, привезти в количестве 8 штук. Среди самых юных любителей воздушной гимнастики на полотнах серебро привезли девочки 5 и 6 лет – Анастасия Мельникова и Тамара Кицер. Девочки постарше также заняли второе место в номинациях «Полотна» и «Кольцо» и одну бронзовую медаль на петле. А вот награды высшей пробы достались профессионалам – Арине Драновой, Виктории Печенкиной и Дарье Федяковой. Алина Лавлинская занимается воздушной гимнастикой уже 3 года. Это было ее второе выступление и уже в статусе профессионала. В прошлом году девочка взяла золото, а теперь номер в номинации «Петля» принес серебро. Было немного волнительно, но не сильно я прям волновалась. Я была спокойная, потому что я уже не первый раз еду. Это как удовольствие, и то, что ты как бы в воздухе находишься, как-то это необычно немного. В прошлом году, участвуя в олимпиаде, воспитанницы спортивно-танцевальной студии «Леди Фокс» завоевали 10 медалей, 7 из которых золотые. В этом году копилка наград пополнилась еще 12-ю. Сейчас девочки под руководством мастера спорта Владимиры Машиной готовятся к отборочному туру на чемпионат Европы и Кубку России по воздушно-спортивному эквилибру. Турнир пройдет в ноябре в Москве. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.